Кто? Это... Я чё, по лицам вообще не понимаю их. Это Ленин. Ленин, правильно! О, привет, чувак, ты кто? Что ты делаешь у меня в ванной? Чувак, у меня очень плохая память на лица, ты кто? Эй! А, я понял. Ты за бронированным стеклом. О, привет! А почему ты повторяешь все, что я делаю? Ты что, Артур Бабич? Нет, ты не Бабич, у тебя слишком хорошая одежда. Кто ты? Так, ты точно не Джиган, потому что вокруг тебя нету больших накачанных мужиков в татуировках. Ты точно не я, потому что вокруг тебя нету больших накачанных мужиков в татуировках. Ты точно не первый президент России Николас Кейдж. Ты точно не Егор Шип, потому что у меня на тебя не встал. Кто ты? Секунду. Прости, работа. Только что заработал 15 миллионов рублей. Ну ладно, оставайся здесь. Слушай, я пойду, сейчас сюда зайдет Басков. Если что, не пугайся, просто зажмурься, хорошо? Давай, пока.